очень хорошо то, что мы победой поздравили окончание карьеры. Это Лоськова. Очень хорошо, что после дня рождения и меня поздравили. Победа состоялась. Ну и, на мой взгляд, ребята играли очень-очень неплохо. Было много хороших моментов. Им все удавалось. И играли как бы в такое удовольствие. Я думаю, для болельщика тоже понравилось. Конечно, были бы определенные сложности, если бы они забили этот мяч, который попали в штангу. А с чем связано? Мы вообще плохо начинаем матчи. И у нас или активности не хватает, или, может быть, что-то в разминке не так делаем. В общем, тут надо подумать. И начало, я не помню, когда мы результативно начинали даже матч. По-моему, только Санжи вот тогда забили здесь один быстрый гол. А так мы и не забивали за весь этот период. Очень долго раскачиваемся. Ну, кто знает, наверное, мог побольше сыграть, но, наверное, Миранчук больше пользы принесет, чем на сегодняшний день Лоськов, правильно? Мы отдали дань человеку, который в Локомотиве, в золотом Локомотиве многое сделал, был патриотом команды, у него было много вариантов различных всяких уехать. Но он все время был с нами, он завоевывал титулы, призы. Упустили как-то этот момент, чтобы ему правильно проводить нормально. Ну, вот сейчас мы восполнили. Вот и все. Простая ситуация.